информация поделите. Я знаю слова русским морякам. Да. Это Севастополь, легендарный Севастополь. Да. Купите себе патриот Путина и залуйте его в задний проход. Недоразвитые уже. Действительно. Ну, притур поназабирали. Ну, понаехала в 50-е годы. Придурков, кацапов, вонючих. А вы что ж вы разговариваете? Я Кадиной Миколаев. А почему на русском пишете? А чтоб вам было понятно. Чтоб и сепарам было ясно. Так мы сепары? Конечно. А как вам обосновать? Вот он бегал там, Путин помоги. А мы не знаем. Не бегал? А мы против... А разогнали все порубки по всей Украине. А за кого голосовать? А за кого голосовать, чтобы мы не все порубки? Долларов? Электропочтой. Конечно. Я не помню. Напишу мне 100. Поляка, так это... Чтоб ты поняла меня. Ага, миллионы людей голову положили, надо поломать все. Пока морду никто не забил. Нет. Ты попробуй, дедуля. Попробуй. Ага. Так дедуля не будешь быть. Ага. Так за кого голосовать? Я в першому турі за Кошелинського. В першому турі. А в другому там свобода. Буде... Свобода. Подивись на я. На Порошенка. Свобода. Это мои. Ну, я... А если будет Порошенко и Зеленский, за кого будете голосовать? А как ты думаешь? Ну, я думаю, за Порошенко. Но по приколу я не буду. Кто больше даст, за того и будет. Но по приколу я не буду голосовать. Как будешь голосовать? А вы по приколу будете голосовать? И что Зеленский будет делать? Там ООН, Веропаламенте. Что он будет там делать? Будет рожицу строить, да? А Порошенко будет стоять рассказывать, что агрессор уже 5 лет. Это еще неизвестно. С России бэушные запчасти покупают. Еще пока второй тур неизвестен.